Это программа «В центре событий». Здравствуйте, в студии Иван Фирсов. В начале выпуска коротко о главных темах. Цифра близко. В столице Югры прошел форум «Информационный мир Югры». Каких новостей ждать от журналистов? Поселок Барсово охвачен пожаром. Такова легенда учений, но как должны действовать спасатели в реальной ситуации? Байк правосудия. ГИБДД Сургута обзаведется мотоциклами. Цель – снизить аварийность на трассах. Пересмотреть сроки с учетом стартовых возможностей. Реализацию федеральной программы «Умный город» обсудили в столице округа. В Ханты-Мансийске прошло заседание проектного комитета под руководством губернатора региона Натальи Комаровой. Об «Умном городе» докладывал Павел Цыпорин, руководитель департамента информационных технологий и цифрового развития автономии. Напомним, Минстрой включил Сургут, Нижневартовск и Ханты-Мансийск в список пилотных городов для реализации проекта. Сама программа предусматривает эффективное управление муниципалитетом при помощи инновационных датчиков и аппаратуры. Комплекс техники позволяет городу экономить на ЖКУ, обеспечивать эффективный уровень безопасности жителей. Федеральное ведомство дедлайном для реализации проекта установило декабрь 2024 года. Однако Наталья Комарова поручила местным кураторам проекта пересмотреть сроки. У Югры слишком широкие стартовые возможности, чтобы растягивать монтаж всех систем умного города на 5 лет. Я считаю, что нужно пересмотреть все это и называть такие сроки, которые действительно полезны и для тела. До 2024 года мы уже должны все протестировать на несколько рядов и подналадить систему так, чтобы она действительно была работоспособна и готова к тиражированию, например. Также глава региона отметила, что будет достаточно жестко спрашивать со всех кураторов проектов момент соблюдения сроков. Многие региональные программы интегрированы в федеральные. Правительство страны не должно считать, что Югра не реализует проекты из-за того, что не может вовремя отчитаться по достигнутым показателям. Впрочем, для достижения отчетности существуют и объективные причины. Так случилось с проектом мультимедийного парка «Россия. Моя история». Культурный объект, напомню, будет находиться в жилом комплексе возрождения нашего города. Отчитаться вовремя у кураторов не получилось из-за затянувшегося согласования дорожной карты по реализации проекта с федеральным партнером. Вместе с тем, работы по обустройству мультимедийного парка идут по графику. Сейчас мы это устраним, но сам проект реализуется. На сегодняшний день все контрольные сроки соблюдаются. На следующей неделе я в Сургуте провожу очередное совещание с выездом туда на место. Информация – это кислород современного мира. В Ханты-Мансийске состоялся ежегодный форум СМИ «Информационный мир Югры». В этом году он прошел под лозунгом «Цифра близко», знаменуя переход на новый формат вещания. На мероприятие приехали не только наши коллеги со всего округа, но и федеральные эксперты. Они провели семинары по современным профессиональным трендам. Наша съемочная группа не только узнавала новые веяния, но и работала на форуме. Информационный мир Югры 2019 – это 300 журналистов, редакторов, владельцев средств массовой информации со всего региона. Это федеральные эксперты в области массовой коммуникации. Это самые свежие тренды и актуальные вопросы журналистики. Это новые подходы к работе, которые направлены на максимальное удовлетворение интересов аудитории. Форматы взаимодействия с читателями, зрителями или слушателями сегодня меняются кардинально. Оставаться в рейтинге доверия населения становится сложнее. Либо журналисты отвечают запросам аудитории и транслируют на телеэкраны то, что хочет аудитория сказать, либо аудитория вообще к этим журналистам не обратится. Информационный мир Югры – это площадки как для журналистов всех редакций, так и тематические секции. В направлении радио экспертом в этом году выступила Елена Саган, генеральный продюсер телерадиокомпании «Сургут-Интерновости». Обсуждали то, как правильно зарабатывать, как не раздражать, какие инструменты использовать, чтобы слушатель, включая приемник, выбирал FM-волну, на которой вещаете вы. Современное радио выживет только в том случае, если будет заботиться в первую очередь о своем слушателе. А для того, чтобы слушатель был доволен, нужно, чтобы были профессиональные сотрудники, интересный контент, хорошая музыка. И здесь нет никаких различий, федеральная вы радиостанция, региональная или исключительно городская. Важно то, сколько сил вы вкладываете в свое наполнение.
Информационный мир Югры – это еще и встреча главных редакторов всех СМИ региона. В этом году темой совещания стал новый документ, который, кстати, приняли единогласно. Встреча главредов получилась эмоциональной. Еще бы, обсуждали будущее. Она заключалась в обсуждении, на мой взгляд, очень важного стратегического документа «Концепция информационной политики». Вот живо и горячо мы ее пообсуждали, берем паузу, дорабатываем. Информационный мир Югры – это награждение победителей конкурса профессионального мастерства «Журналист года Югры». В этом году на суд жюри поступило рекордное количество заявок – более 500. Главные награды конкурса вручала губернатор Наталья Комарова. Но перед этим она обратилась с приветственным словом, в котором отметила важность реакции на запросы аудитории. Мы в своей работе будем отвечать на запросы людей. На запросы, на информацию, запрос на правдивость ее, на эмоциональность, не побоюсь этого слова, очень важно людям видеть личностное отношение каждого из нас к тому, что мы предлагаем. Лучшим журналистом Югры стала заместитель начальника редакции финно-угорских и тематических программ окружной телерадиокомпании «Югра» Татьяна Гордеева. Легенды журналистики Югры признана наша коллега из газеты «Сургутская трибуна» Галина Кондрякова. Она в профессии с 1954 года. Галина Владимировна отметила, что работать она ни в коем случае не устала, но привыкнуть к современным медиареалиям журналистам 20 века немного тяжеловато. Мы в свое время... Другая ситуация была. Ну, сейчас новое поколение, новые правила, новые законы, новые люди. Слоганом информационного мира Югры в этом году стала тема «Цифра близко». С 3 июня округ отключает аналог и переходит на новый формат вещания. Говорили о трансформации рынка, о перспективах. Итог: жители округа будут получать еще более качественный и востребованный контент. Не исключение читатели, зрители и слушатели медиаплощадок телерадиокомпании «Сургутинтерновости». Дмитрий Круховец, Дарья Давыдова, Сергей Коликов, «Сургутинтерновости» из Ханты-Мансийска. Осталось пройти лицензирование. Специалисты окружного кардиодиспансера подали документы во все ведомства, чтобы получить разрешение на операции по трансплантации сердца. Займет это приблизительно 3-4 месяца. Об этом журналистам телеканала «Сургут-24» сегодня рассказала Ирина Урванцева, главный врач ОКД. Клиника при поддержке Департамента здравоохранения Югры и Медицинского института Сургу организовала региональную конференцию по диагностике и лечению заболеваний сердца и сосудов. В наш город приехали около 200 врачей со всего округа, а также коллеги из федеральных центров. Обсуждают медики не только новые тенденции медикаментозного лечения, терапевтической помощи, но и помощь хирургическую. Одна из ключевых тем конференции – пациенты с хронической сердечной недостаточностью. Порой в этом случае людям нельзя помочь консервативными методами, спасти их может только пересадка сердца. На путь трансплантологии сейчас и выходит окружной кардиодиспансер Сургута. Принципиально важно развитие трансплантационных программ во всех регионах России. И Сургут, вообще Ханты-Мансийский автономный округ, он не исключение, потому что здесь существует все необходимое, я имею в виду клиника, высококвалифицированные хирурги, реаниматологи, кардиологи, которые обязаны начать это делать. Как правило, хроническая сердечная недостаточность образуется у взрослых пациентов после серьезных заболеваний. Это могут быть ишемическая болезнь сердца, инфаркт миокарда, сахарный диабет. Развиться ХСН может и обособленно, причем симптомы у сердечной недостаточности не специфичны. Одышка, снижение физической активности, утомляемость, отеки. Поэтому на прием к кардиологам подобные пациенты попадают уже достаточно поздно. В кардиодиспансере Сургута в этом году открыли специальное отделение для больных с хронической сердечной недостаточностью. Организовали его после передачи 20 коек из Сургутской ОКБ в Центр диагностики и сердечно-сосудистой хирургии. Сегодня специалисты ведут плотную работу по улучшению организации медицинской помощи таким пациентам. Мы сегодня уже разрабатываем программу оказания медицинской помощи больным со СН в городе Сургуте и Сургутском районе как пилотный вариант. Также мы начинаем работать очень плотно с родственниками для того, чтобы научить их, что они должны делать для своих близких людей, для того, чтобы улучшить состояние. Ну и, конечно, необходимо отрабатывать взаимодействие как с поликлиниками, так и с социальной службой.
Сегодня в Сургутском районе провели масштабные учения по устранению последствий весеннего половодья и природных пожаров. По легенде, огнеборцы должны ликвидировать возгорание на площади в 50 гектаров. Под угрозой уничтожения поселок Барсово. Не допустить непоправимого пытались специалисты Центра медицины катастроф, пожарные расчеты и авиалесохрана. Задействовано более 70 единиц техники и около 200 человек личного состава. Мы отрабатываем именно ликвидацию возможной угрозы перехода лесного пожара на населенный пункт. Это Барсово, поселок городского типа. Поводные у нас есть пострадавшие, есть погибшие. Есть угроза уничтожения данного поселка от лесного пожара. Поэтому, как вы видите, собрались все силы и службы РСЧС муниципального образования Сургутский район. Прошло первое заседание штаба оперативного, где были поставлены задачи. Сейчас будем смотреть, как эти задачи будут выполняться. Впоследствии мы дадим оценку, соответственно, и доведем эту информацию до структур субъекта. Подобные масштабные учения проводятся по всей стране. Спасатели проверяют готовность подразделений к ликвидации возможных чрезвычайных ситуаций. Отрабатывают свои действия на практике. В Сургутском районе экстренные службы, помимо тушения огня, должны были организовать эвакуацию населения, вовремя оказать медицинскую помощь пострадавшим, обеспечить погорельцев предметами первой необходимости. По словам представителей МЧС Югры, все поставленные задачи учений успешно выполнены. Усматривается мошенничество. Директору турфирмы «Сафари Тур» предъявили обвинение в мошенничестве в особо крупном размере. Полицейские в официальном релизе утверждают, что женщина нанесла ущерб своим клиентам на сумму около 3 миллионов рублей. Люди покупали путевки за границу, но отдохнуть не смогли. А деньги директор якобы тратила на личные нужды. Теперь ей может грозить до 10 лет лишения свободы. В январе прошлого года руководитель предприятия Наталья Никулина в интервью моим коллегам признавала, что не справилась с обязательствами. Виной, по ее словам, стали рост курса доллара и крах крупных туроператоров. Я собрала людей и попросила о том, что давайте сделаем таким образом. Я, как в лице директора и учредителя, вам буду возвращать самостоятельно денежные средства, не банкротив фирму. Соответственно, многие пошли на уступки, многие люди, естественно, не доверились и пошли, написали заявление правоохранительные органы. Сургутские дороги будут патрулировать мотополицейские. Сейчас в городской госавтоинспекции решают вопросы, связанные с передачей и оформлением новой техники в парк ГАИ. Управлять ей будут местные инспекторы ДПС, имеющие категорию А и соответствующий опыт. В большей части мотополиция будет следить за соблюдением правил дорожного движения байкерами. Как только формальности будут все соблюдены, то в этот летний период у нас появится патрульный мотоцикл, который будет в основном, конечно, заниматься байкерами на улицах и дорогах города, ну и принимать как бы общее участие в патрулировании с другими и работать с другими участниками дорожного движения. Будет соответствующая амуниция, то есть тоже специальная, которая имеется уже именно для указанной категории инспекторов, и будут патрулировать. О необходимости появления двухколесных экипажей ГИБДД речь идет давно. В последние несколько лет фиксируется увеличение числа зарегистрированных мотоциклов. Показатели аварийности по итогам 2018-го также существенны. В 30 ДТП погиб один байкер, еще 11 оказались на больничной койке. На традиционной профилактической встрече мотоциклистов и полицейских в конце этой недели обсудят последние изменения в правилах дорожного движения и договорятся о сотрудничестве. Почти 2 миллиарда долга. Фонд капитального ремонта Югры подвел предварительные итоги работы. С 2014 года жителям многоквартирных домов региона начислено взносов на почти 14 миллиардов рублей. Собрано 12. Остальные средства пока находятся в категории просроченной задолженности. В этом году в Югре отремонтируют 800 многоквартирных домов. На эти цели потратят 8,5 миллиардов рублей из окружного фонда. При этом не до конца выполнена программа прошлого года. Мы не выполнили программу вовремя 2018 года, и мы продолжаем завершение этих домов. Их было 99, сейчас их 48. Это те дома, где подрядчики не справились со своими договорными обязательствами, поэтому как бы, да, со штрафами, с существенными штрафами они перешли на этот год. Вот, но работа продолжается и, в принципе, тоже находится на завершающей стадии.
«Красота изнутри». Сургутянка завоевала титул «Мисс Благотворительность-2019». В конкурсе участвовали девушки из разных городов России. Финал прошел в Москве и стал триумфальным для Елены Усмановой. Она вернулась в родной Сургут с заветной короной. О том, как выбирали самую добрую и красивую девушку в стране, расскажет Юлия Плескачева. Отбор кандидаток на конкурс «Мисс Благотворительность» осуществлялся не только по внешним параметрам. Красотки должны были рассказать о своей волонтерской деятельности. Елена Усманова всегда была неравнодушна к нуждающимся в помощи. Ухаживала за бездомными животными, брала на передержку, находила для них новых хозяев. Последние 4 года я занимаюсь аквагримом и в детских домах рисую деткам различные рисунки на лице. И устраиваю благотворительные акции. У меня есть активисты, друзья, это аниматоры, которые вместе со мной посещают детские дома, специализированные детские центры, реабилитационные. Елена говорит, что самое сложное – найти подход к каждому ребенку, установить доверительный контакт. Во время конкурса это умение ей пригодилось. Одним из этапов стала благотворительная акция для воспитанников детского дома «Сколковский». Самой эффектной частью были самопрезентация и дефиле в роскошных нарядах от российских дизайнеров. Тут жюри наверняка пришлось нелегко. Каждый раз конкурс поддерживают медийные личности, известные личности из российского шоу-бизнеса. В этот раз также в жюри были интересные люди. Был кинорежиссер из США Александр Андреникян. Были кинопродюсеры, были известные российские дизайнеры, чьи коллекции мы представляли. В этом году меня радует его победительница Елена Усманова, так как эта девушка действительно с открытым сердцем, доброй душой. И даже после победы у нее есть большое желание сотрудничать дальше, творить больше добрых дел, участвовать в благотворительных акциях. У Елены уже есть опыт участия в конкурсах красоты. В прошлом году она завоевала звание второй вице-жемчужины Сургута. Девушка признается, что участие в московском показе далось ей проще. Главной задачей здесь была не победа. Цель – обратить внимание людей на тех, кому нужна помощь. Заниматься добрыми делами, в принципе, не нужно ждать какого-то определенного момента и связывать как-то с работой. Наверное, это больше всего зов души, потому что я в свое время тоже пережила определенные трудности. Вовремя протянутая рука помощи, она может человека настроить на победу, одухотворить и помочь ему пережить тяжелую ситуацию в жизни. Это очень важно. Елена Усманова считает, что участие в конкурсе поможет ей реализовать свои проекты и задумки. В ближайших планах сотрудничество с благотворительным фондом и организация фэшн-встречи для девочек из Центра помощи семье и детям «Апрель». Также волонтер мечтает провести аукцион в формате светского раута, а вырученные деньги с продажи картин и фоторабот направить на помощь нуждающимся. Юлия Плескачева, Вячеслав Шаркунов, Сургут Интерновости. В галерее современного искусства «Стерх» открыта выставка ярких художественных работ под названием «Парк развлечений». Автор – молодой живописец Кирилл Бородин. В его работах прослеживаются новые веяния соцсетей, влияние рекламы на людей и облик поп-культуры. Здесь присутствуют как работы двухгодичной давности, которые уже видели жители стольных городов, так и полотна, только что вышедшие из-под кисти. Для художника всегда очень важно, чтобы на каждой выставке хотя бы половина картин были абсолютно новыми, а сюжеты актуальны. Сам Кирилл утверждает, что отразил выдуманный мир, в котором каждый человек выбирает свой аттракцион. Часть выставки она была уже показана в Рарте, это музей в Петербурге. И мы ее как-то отсеяли, убрали обнаженных девушек. И часть работы, то есть я добавил абсолютно новых. Парк развлечений – это не некая аллегория на современную жизнь. То есть с такой немножко отсылкой к саду земных наслаждений Босха. Да? То есть это серия о подмене понятий, о таком всемирном пире во время чумы. В один из дней выставки автор провел мастер-класс по живописи. Для этого он пожарил для всех яичницу, но не для трапезы, а натуры ради. Кирилл Бородин рассказал собравшимся о своем видении творчества и личных подходах к нему. И специально расставил мольберты так, чтобы участники друг у друга не списывали, точнее, не срисовывали. Как итог, у кого-то получился натюрморт, а у кого-то сюрреализм в чистом виде. Выставку «Парк развлечений» можно посетить до 19 мая. Больше информации на сайте indifisnews.ru. Оставайтесь с нами, и вы всегда будете в центре событий. До встречи в эфире.
Реклама в кино – это удобно. Реклама в кино – это выгодно. Рекламу в кино увидит ваша аудитория. Ваша реклама в кинотеатрах Сургута и Когалыма. Закажите сейчас по телефону в Сургуте 55 200 55. Возможно, именно ваш клиент сейчас собирается в кино. Аудит, бухгалтерский учет, консультации, отчетность. Улица Югорская, 15, телефон 511-707, код города 3462. С любимыми не расставайтесь, с друзьями почаще встречайтесь и праздники со вкусом отмечайте. Ресторан «Аккорд» предлагает проведение любого торжества под ключ на высшем уровне. Оформление зала в подарок и скидки при заказе банкета в будни. Ресторан «Аккорд». Звоните 33 55 20. Надоели вросшие волосы и частое бритье? Попробуйте эпиляцию будущего. Безболезненно, надолго, с эффектом подтяжки и омоложения кожи. Интеллектуальная лазерная система «Фотона» удаляет даже светлые волосы и подходит для загорелой кожи. Косметология будущего «Голдберг». Проспект Ленина, 18. Гастроли на сцене Сургутской филармонии 23 и 24 апреля. Академический малый театр представляет комедию «Недоросль». Не пропустите! Купить собственную квартиру – значит ходить дома в том, в чем хочется вам. Купить собственную квартиру – значит включать свет там и тогда, когда хочется вам. Купить собственную квартиру – значит сделать такой ремонт, какой нравится вам. Купить квартиру в ЖК «Северное сияние» – значит купить комфортную квартиру, которая будет нравиться всем, но жить в ней будете вы. Жилой комплекс «Северное сияние». Телефон отдела продаж в Сургуте 390202, улица Есенина 2, компания «Сибпромстрой». Добро пожаловать к себе домой. Are you ready? The first radio that played my hit. It's NRG. They have the ultimate connection to the fans. I love NRG. Hit music only. Every hour. И о погоде на 19 апреля. Здравствуйте, в студии Алла Цацко. В пятницу погода в Западной Сибири существенно не изменится. Большая часть региона останется под влиянием североатлантического циклона, сопровождаемого полями облачности и небольшими осадками, при температурном режиме почти в климатической норме. И только в южном районе повышенный фон атмосферного давления обеспечит здесь относительно погожий день. Ночью в Сургуте и окрестностях облачно, небольшой снег. Ветер западный 4-9 метров в секунду. Температура воздуха -1, -6. Утром также облачно, снег, направление ветра северо-западное 4-9 метров в секунду. На столбиках термометров около 3 градусов мороза. Днем по-прежнему облачно, кратковременный снег. Ветер западный 5-10 метров в секунду. Температура -3, +2. В салонах обуви «Саламандр» поступление новой коллекции «Весна-лето 2019». Скидка на всю зимнюю обувь до 50%. Большая распродажа зимней коллекции в салонах обуви «Саламандр» со скидкой 50%. В течение дня солнечная активность умеренная, геомагнитное поле неустойчивое. Атмосферное давление будет слабо падать и составит 755 миллиметров ртутного столба. Всем мамам подсказка. Коляска, трость, как сказка. Легкая, удобная, складная, новомодная. Коляски, трости с ушками и без уже в карапузе. Всегда радостные покупки для детей в магазинах «Карапуз». Достойное качество по выгодным ценам. Я желаю вам добра и здоровья. До свидания.